завтра, алло, клоун, ты мне завтрак, я тебе адрес назвал, смотрите, время я назвал, ты мне говоришь, завтра, что я слился, клоун. Если это маленькая, блядь... Бля, боже, короче, ладно, я тебя подмутил, слышь, блядь, уебище, типа, я понял тебя, блядь. Не, ну ты слился объективно, СПБ. Вот ты говорил, что там 50 килограмм, тебе не западло, а сейчас такой, да я не хочу лично с ним встречаться. Это неинтересно. Я ему сказал, что я готов с ним встретиться без проблем. Я адрес назвал, что он сидит, рассказывает, ну, типа, я не знаю, зачем позвали этого вообще, ну. Ну, ты просто заднюю дал объективно. Подожди, в чем заднюю дал? Ну, то, что ты говорил, да я не хочу с тобой встречаться, не буду с тобой обсуждать там чьи икры, блядь, ну ты заднюю дал. Я готов его... Ты заднюю дал, вот на меня ты мог нагнать, блядь, я метр 20. Не, секунду. Бля, это же хуйня какая-то, мы начали про политику, про Крым, тут встретимся, не встретимся. Режу предъявить, блядь, ну типа, чё за хуйня? Он не за слова его будет, не-не-не, он сам говорит, что СПБ. Секунду, какашка, не обманывай, я никогда не говорил, что я хочу с ним встретиться, зачем ты обманываешь? Нет, ты. Ответь на базар. Я говорил, что я хочу с ним встретиться. Вот завтра с ним это и обсудишь. Секунду, будешь таким же смелым. Ответь сейчас. Что? Ты хочешь со мной встретиться? Я говорил, что я хотел с ним встретиться. Ты маленькая. Нет, сучка. Сейчас ты уже не хочешь с ним встретиться. Секунду. Ответь, да или нет? Ты говорил то, что ты ему по пузу хочешь набить эту. Да, если мы с ним встретимся, и встретишься, и набьешь. Ты сказал, что я хотел с ним встретиться. Зачем ты обманываешь? Хорошо. Вот ты все это. Нет, ничего хорошего. Секунду. Скажи, что ты был неправ. Секунду. Почему я был неправ, то, что ты слился? Потому что я не говорил, что я хочу с ним встретиться. Я говорил, что я готов с ним встретиться. А чего у тебя руки трясутся? Чего ты нервничаешь-то? Еще уж вы с ним не встретились здесь. А что ты нормально опять врёшь? Бля, ну мы уже начинаем какую-то хуйню высасывать. Какашка, что врёшь-то? Сидишь, врёшь нагло. Про Крым просто поговорили. Блесня какая-то, реально всё обсудили. Про Крым поговорили, статистику не скинул. Нет, скинул. Ясус показал это, пиздобол. Я про другую еще говорю. Это вторую скинул, потому что про партии это... Ну, во-первых, там нету соцопроса, которого я просил, да? Которого ты просил. Какой-то соцопрос, короче. Ну, я тебя членом по губам поводил. Ну, ты не понял, ты не знаешь различия между партией и идеей, блядь. Ты не знаешь различия... Ты рассказываешь истории, ты пососал. Чувак, ты завтра реально пососешь. Хочешь, я говорю, ну, прям физически. А тут уже вы давно все обсудили, я не знаю, чего продолжаете. Спасибо, уже, что позвал. Реально похуй нет. Да не, сейчас нужно, чтобы он разогнался. Нет, сейчас будет лютый контраст, как он со мной говорит, блядь, и как он с челиком 2 метра ростом будет пиздец. Блядь, слился нахуй. Разъебал по факту, слился. 2 метра роста. Как слился-то, я не понимаю. Слился, во-первых, он якобы не признает то, что партия и идея это две разных вещи. То, что он уже не захотел с ним встречаться, вот с челиком, который 50 килограмм, как бы, там, 1.5 метра ростом. Ну ты считаешь это серьезно, да? И то, что он пиздел... Встретился, что-то там, я не знаю... Нет, так он сам нагнал, бля. Не, если бы я тебе... Ну, клоунада какая-то, ну реально. Ну, клоунад не клоунада, там, нехуй было пиздеть. Мы начали как бы на нормальные темы разговаривать, а закончилось все хуйню как-то. Да на какую нормальную тему? Он мне нашел, сразу же зашел с неуважением, начал со мной общаться. Я с ним нормально так-то базарил. Ну, я не запоминал точно, но, по-моему, ты его долбоёба начал называть. Я его долбоёба начал называть уже после его хуйни. Я не вспомню, что там, с чего начиналось, это надо пересматривать. Ну, мне вообще было похуй на него, он начал сразу же пиздеть, то, что я ему запретки, блядь, кидал, я. А сейчас он говорил то, что это МФА не сделал. Ну то есть он, блядь, бредил нахуй. Хуй знает, блядь. Чудеса на виражах, блядь. Полностью ебанутый человек. Может это ты уже ему запретки кидал на стримах. Хуй знает. Но я говорю, это уже споры ни о чем. То, что вот сейчас началось, блядь. То покажи бы. Да он, блядь, до этого похуй. Просто пиздел. Он показывал мне его пальцы. Мы поговорили, мы пообщались. На этом, я так понимаю, диалог закончен, разговор тоже. Да. А 89-й склад там не можно? Мы же уже так подружились. А я же говорю, что это не со мной надо обсуждать. А МФА не можно? Это к братишкину, пусть он решает. Ему вопросы. Ладно, все. Давай, удачи, без обид, если что. Надеюсь, ты-то не обижаешься. Я не обижаюсь. Как он не обижающий, как он это нейтрально относится? Ну, а на что тут обижаться-то? Типа, ну я с тобой просто не согласен, и все. Ну, чем мне обижаться? Мне ну, не 15 хорошо. Лет, чтобы я обижался, понимаешь? Ну, ладно, хорошо. Удачи, давай. Я там дел еще куча. Давай. Ебануться. Это, блядь, закончилось. Пиздец. Что это сейчас было? Вот поговорили. Ну что, ребят, какое ваше мнение? Что скажете? Просто фул уебище. Вот теперь даже непонятно, кто именно. Нас тут много было.
опрос. А в этом нет смысла, блядь. У меня своя аудитория, естественно. Здесь люди будут по-своему думать. С его стороны, опять же, по-своему. Как я уже и говорил, да, делать выводы о том, кто слился, не имеет смысла. Жмиль, блядь, слил СПБ или СПБ слил Жмиля. Каждая аудитория будет по-своему думать и решать. Вот аудитория Жмиля будет считать, что Жмиль слил СПБ. А аудитория СПБ будет считать, что СПБ слил Жмиля. Вот. Ну, это хуйня полная, правильно? Ну, типа, смысл тут спорить? Надо просто, если и делать какие-то выводы, исходя из чего? Смотреть трансляцию, там их дебаты, исходя из этого делать выводы. Кто привел больше аргументов и фактов? Исходя из этого делал, опять же, выводы, да? Все. Как и сейчас тоже. Произошел диалог между Кашей и СПБ. Ну. Просто я считаю, что мнение, которое основывается на том, что мне похуй на законы, соответственно, поэтому Крым российский. Ну вот, блядь, это хуйня какая-то. Ну что, блядь, за пиздец. А если всем станет похуй на законы в этом мире, блядь? Я тогда не знаю, это... Да вообще тогда, блядь, что начнется? А что тогда будет? А как мы тогда вообще жить-то будем? Я не знаю. И причем, зрители Каши некоторые зашли сюда сразу, такие, блядь, Хес, ну ты слился, ты тупой. Заходит с ПБ, говорит, как бы... ту же позицию, то же самое, да, только более подробно. И все, они сразу куда-то исчезают. Сразу куда-то исчезают, касаемо там тупой Хесус, ебать, слился, блядь, все понятно. У Каши методы с угрозами схожие с Глебом 3 дня даже. Да никаких угроз, блядь, это вообще все, типа, ну как рофлс был. Типа, встретиться, давай встретимся, попиздимся. Ну это же все хуйня, вы что, это серьезно, всерьез воспринимаете? Это просто, ну типа, говно на вентилятор. Ради чего? Ради того, чтобы просто, блядь... Непонятно вообще, на самом деле, ради чего. Просто так, по рофлу, блядь. Чтобы перебить тему с, я не знаю, уйти с темы как-то, не знаю, переключиться на что-то другое. Главное, чтобы вот это не обсуждать. Мафаня бы въебал ему. Ну, бля, ну, ёб твою мать. Мы сейчас реально будем сидеть и, скажем, решать, а кто кого, кому бы въебал. Знаете, я этим занимался, мы этим занимались там, я не знаю, когда в школе учился с пацанами, блядь, за школой там. Да! Я пока, блядь, пока я играл там, ух, вот это, конечно, было must-have, бля, как меня заебал, бля, как ты меня заебал. Та-ра-л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 а-
Пара-ра-па-пара-па-па-па. Кто здесь? Здесь, на стриме. Ха-ха! Ждите, оно будет лагать, пока компиляция шейдеров не пройдет. Ждите. Боже, блядь. А вы меня слышите, что нет, блядь? Как ты меня заебал? А вы меня слышите, что нет, блядь? Да как ты меня заебал? Блядь, как ты меня заебал? Блядь, как ты меня заебал? Ну давай тогда, сейчас пока поем. Да, сейчас. Ем, блядь. О, вот это да, блядь. Ребята, нормальный стрим. Нормально, да? Бля, стрим вообще жесть крутой. Да, ребята, 38%, 39, нормально, нормально, работаем. Понимаете? Designed by Cyberlife, понятно? Assembled in Detroit. Вот, пожалуйста, можно KL-400 купить. Видишь? Демонстрация Android. Вот такой пацан, смотри. Блядь, пиздец. Сколько он такой стоит? Сколько? Дорого, блядь, у меня столько денег нет. Блядь, столько денег у меня просто нету. Ничего, мы еще давайте. Га-га-га, блядь. О, блядь. Тренер по фитнесу, да? Да мне оно нахуй не надо. Мне твои фитнесы нахуй не нужны. Я тебе что, спортсмен, что ли? Ха-ха, бля. О, ля, интимный партнер, ля!
Более 120 пост, нихуя. 2500 техник, ебать. Это мне надо, блядь. Ой. Все, блядь, пожизненный уход. Да мне оно нахуй не надо, мне сколько лет, блядь. Мне 24, дурак. Оля. Идеально для детей. О, это мне, кстати. Это для меня, мальчик, мне надо. О, блядь, давай мне такую. О, а нет, такую мне не надо, блядь. Домоправитель, да нахуй она нужна. Я сам все приготовлю, я сам помою, мне похуй. Отстань от меня. Да! Так. О, вот это, пожалуйста, дети без забот. Вот это мне нужно. Это чтобы за вами следить, чтобы не пиздели, да, блядь. Это кто? Это типа самозащитник? Да мне нахуй не нужен. ГБ-200. Фу, блядь. Иди нахуй, шеф-повар. Шейдеры, давай. Да! СК-300. Тьфу, блядь. Давай! У нас правый экран обрезан. Дай мне пух. Я пока еще ничего не настроил, потому что у меня игра пока шейдеры, видишь? Ша, шейдеры скомпилируются и поедем, ребята. Сами понимаете, подготовка уровня бог. Высший класс, высший пилотаж. Слышно? Высший пилотаж, ясно всем, нет? Сначала нужно... А давай, наебал уже! Сколько Маркус стоит? Можно купить такого? Это заклинание Маркуса еще не готово. А? О, ебать. Лодер. Опа. Это я, слышали? Алло. Опа. О! Квантик Дрэп. Детров. Здравствуйте. Здорово. И добро пожаловать в Детройт. Хай, я андроид и буду вашим гидом. Да ты, блядь. Для начала давайте мы с вами настроим некоторые параметры. Заткнись. Подожди, блядь, да дай мне нахуй. Подождать. Блядь, ладно, сейчас все настроим, потом уже. Да, русскими надо все. Да. Эта способность еще не готова. Да. Пожалуйста, я пока не могу этого сразу. Да иди нахуй, блядь, ты ебало! Блядь. Видно, не видно, блядь. Кап. Эта способность еще Роль, не готова. Все. Спасибо. Теперь выберите профиль. Сейчас! Да, блядь, да подожди ты нахуй! Да... Ёбаный в рот! Да сейчас, блядь, подождите нахуй! Чего, блядь, упрощенное? А мне какое управление нужно? Продвинутое или какое? Я не понял. Да сейчас вебка будет, блядь, идите нахуй! Дайте я сначала настрою, блядь, управление в игре, долбоёбы, блядь, заебали нахуй, блядь! Какое мне надо игра, блядь? А! Блядь! Продвинутая, похуй. Вы готовы шагнуть в Детройт? Да у меня, блядь, разрешение! Иди нахуй! Заткнись. Это... наше будущее. Ха-ха, да, блядь, не розетка, сейчас возьмет тебя просто пить. Я слишком далеко. Заткнись, блядь. Ну и что ты залагала, блядь, как ты залагала. Блядь! Ну и что, блядь, еще, что это за игра, блядь, такая? Вы готовы шагнуть? Ну и что, и куда мне шагать, блядь? О! Блядь. Да куда ты, блядь, ты ебанат нахуй, я же не готов, блядь. Я от экрана строить, ёбаный в рот. О, блядь. О. Всё, пожалуйста. Так, ну когда кадр? 50, блядь. Так, ультра, ультра, да-да-да-дам. Всё на месте. Так, всё, да. Видно, нет? Блядь, нихуя не видно. Ёбаный в рот, это заебало. А! О, пожалуйста. Так. Так, напишите все слово один прямо сейчас.
Бля, задержка ебанная. Блять, слышь, мне надо перезапустить, наверное. Давайте я сейчас за секунду стрим перезапущу. И все, и пойдем, чтобы у вас задержки не было. Тут задержка пиздец. Давайте я перезапущу эту задержку, блядь. После того, как я игру установлю, у меня игра. Он? Давай, сейчас я за секунду перезапущу и все игру. Заебал. Как ты меня заебал. Бля, ну как ты меня заебал, просто пиздец. Так, всем здорово. Чуваки, давайте ребаф, рыбка, и пойдем трошить. Бля, как ты меня заебал. Бля, слышишь ты меня, нет? Алло. Рыбка стоит кушать. Да? Ну ладно, давай. А это знаешь, что игра будет? Что знаешь, что игра будет, капец? Как Витя, ты тут? А что, у вас звук есть? Нет, алё? Да, он слышал. Звук у вас есть? Нет. Да. Пердит? А что пердит? У всех пердит? Нет. Погнали, почему не больше не пачкать, чтобы там где в качестве. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Да, это пиздец, бля. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Вот так нормально? Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часов непосредственно. Чё пердит, блядь, ты пердишь, нахуй, на. Что там, блядь, пердит, нахуй, послушай. Заебали меня, нахуй, пердит. Алло. Блядь! По этому миру и перевернула страницу истории. Где стрим-то, нахуй, надо стримать, нет. Лаук, я не обезвредил. Но тебе уже не суждено им. Рога вроде даже не играйте еще. Договора не стоит. У меня будет другой рыцарь. Стрим есть? Да где-то все ламя, а? Вроде я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! А чё ты пердишь такой слот, ебаный брат, блядь? В конце концов, все вы будете служить мне. Нет, там просто кикают человеки. Сейчас я этих кнопок в дискорд зашли. 50 диск. Заебал, нахуй! Это заклинание еще
Блядь! Марро, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем... Ой, блядь. Пока он устанавливал эти, блядь, драйвера, мне ёбаные, блядь. Так меня слышно? Короче, не в себе. Во, там обердеть не будет. Вот так игра, блядь. Закончится. Алло. Так и не начавшись. Вот так не бердит, нормально? Пишите, я минутку бью, кого пишется. Ой, блядь. Все, пожалуйста, вот так вам нахуй. Вот так ничего бердеть не будет. Вот вам, блядь. HyperX, пожалуйста. Вот вам техника. Все из-за ебаного HyperX. Потому что HyperX хуета. Hi, girl, hello, блядь. Громко, блядь, заебал. Че она молчит-то нахуй? Лучше пусть пердит. Нет! Бля. Во, вот так и будет, все. Блин, заебало. Да совсем хуйня, блин, хоть выебываться, сука. Кру не слышно, в смысле не слышно. Все переходим в раздел. Закрывай анонс. Давай. Успел. Все слышно, хули вы пиздите, блядь. Да звук, игру вообще охуенно слышно. Говорю сразу, среди топов Депекса на Сурке будут разрулены некоторые боешки. Да тише игры. Как скриншот анонса будет в Дискорде, вкладки анонса. Нормально меня слышно, блядь. А тут нет вкладки анонса, да? Ну, значит, будет у меня. Микро погромче, пожалуйста, вот так нормально? Вот так нормально, слышно? Как чеки начинают объяснять, что делаем. Пожалуйста, к кому обращаюсь, пишите в рейд-чат 1 плюс, чтобы это максимум услышали. Вот так нормально меня слышно? Сейчас интересует плюсы от наших танков, бита, селем, пожалуйста. Да, замечательно. Каких крабов? Отстань, блядь. Давай, Данчик, бей их, потому что тут криво стоит. Запускай уже. Да иди нахуй, подожди, блядь, я жду. Все, ладно, тихо. Сдай черепов, все, новая история. Ну, сейчас вы охуели. Данчик, зачем бегать-то? У нас единственная салам. А неправда. А, ну в этот раз первый сервис. Чуть не в капюшу. У нас рейд АФК, это я с первого окна. Кипнем в окна. Прям покушаем чеки, ребята. Чё это за 2 FP? А, блядь! Стоп, я долбоёб, я понял, что я сделал, блядь. Вот эту хуйню, блядь, верни обратно. Вита, ты будешь у нас убегать в метушку вот, квадрат. Вот, пожалуйста, бля, я понял, что я сделал, я долбоёб, я просто поставил 60 FPS, блядь. Бет, ты будешь убегать в метку печенька, я буду оставаться на месте. Танки, мы стоим одним фреймом.
Разбегаемся по моему анонсу. Сейвы отдаем также по моему анонсу. На первой крутяшке Витя нажимаешь Т4. Дальше у нас есть меточка «Трусы Луна». В трусах будет стоять наш замечательный Пепелац, пожалуйста, ключ крейт. В Луне будет стоять наш замечательный Арахнофоб. Пепелац, пожалуйста, СС по Вита, Арахнофоб, пожалуйста, СС по Беду. Дальше рейд. Выбрали босса в таргет, под ним появился красный кружочек. Ваша задача стоять в группе босса внутри этого красного круга. Когда босс будет крутиться, следите, куда идет пламя, и из него сразу выходим. Совы, конечно, будут сдаваться, но оно все равно будет больно коцать, поэтому сразу нужно выйти. Да, в принципе, все, Геру скомандую, все остальное скомандую. Покушали, ребафнулись, фласки масла, воздух, чтобы все были. Алло, слышно? Алло. РЧ. Алло. Все, поехали. Меньше слов, больше дела. Да. Уважаемый, правильно? Это я, робот. Так, все готовы? Это я. Халло. Да я, брат, на счет приготовились. Сразу встать в жопу босса внутри красного круга. Это я, да, придем. Слышь что? Лёка. Так, что тут, блядь, я уже не помню, что делать надо? Играть. Сзади будет, либо будет сразу выбить РД. Бля, я нихуя не помню, что делать там. Так, что, без сразу захилить. Сзади выбить шип. Сзади крест выбить РД. Нет, приготовились, из пламени выходим, люди, ровцы. Бля, так это должно быть там, почему, блядь, лагается? Да, у тебя проблемы с пониманием, внутри красного круга могу стоять, объясни два раза. Танки разошлись. Вита Т4, следим за пламенем. Так разницы же никакой, блядь, подожди, а нахуй это заменять? Вообще, параметры качества, это тогда хуйня. Тетюшка, замени нашего лока. Если я ставлю 60, мне все лагает, блядь. Такая метка. А, не, вот. А что ты не пала, блядь? Да. Понимали? Рейд сразу под жопу босса в красный. Рейд босса в красный круг сыквает. Пожалуйста, Геру. Оптимизация на компьютер, ноль. А луну разбить? Шип. РПД, свищи, взяли луну. Можно дебу? Нормально, нет? Бет, есть сейф? Если есть, нажимай. Да идите нахуй с микрофоном, давай, вы не понимаете, блядь, что он начинает пердеть, блядь, долбоёбы, нахуй. Затрахали, блядь! Вы не понимаете, блядь, не слышно, нахуй? Дебилы, что ли, блядь, сидят? Давай, вставай. Сидят идиоты, блядь, конфликты. Боёв, вы не понимаете, что он пердит, блядь. Танки приготовились. Заебали! Дайте поиграть, нахуй! Танки разбежались. Следи за пламенем. Вита по откату слоп на один. Бля! У меня сразу выходим в мобильники. Где будто нет. Сова аккуратно в телефон. Танки поймали. Масса группа, пожалуйста, сдай половину. Закрывай. Танки по лицу, рейд под жопу. Красный круг зайдите, иначе у тебя ты склонил. Хули на время не пай, пироги долбоёбок. Хули на время не пай, пироги долбоёбок. Блять,
Кто тут робот? Я или вы, да? Да бьете же меня. Из огня выйдете, рейд, прям вас. Молодцы. Куда его деть-то? Лишь тьму. Эденчик, первый есть. Так, что, я робот-детектив, Конор Макгрегор. Так, а подсказок не будет? Джон Филлипс. Каролайн Филлипс, Эмма Филлипс. Ясно. Семья у ебанов. Ой, ебать, он мой ровесник, кстати. Пердит или не пердит? Скажите мне сейчас. Пердит? Все, сейчас идете нахуй. Подождем. Я ставлю этот микрофон, плеть. И мне пуху. Вставили тебя, кто умирал. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, сейчас бьют только РДД. Танки потом поможет вокруг. Вот ваш Куплинов, вот ваш Куплинов играет, у него микрофон хуй там, блядь. Только РДД, милики стоят хуй. Пожалуйста, блядь. И все терпятся. О, Куплинов флей! А у меня, блядь, один раз не только микрофон поставил, уже все пиздят. Пошел нахуй! Все, блядь, отстань! Все, 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 всю семью в тюрьму, понятно. Нужно подойти поближе. Питер, ты че? Это заклинание еще не готово. А че они все? Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Я слишком далеко. Хорошо. РДД сначала череп спокусит. Реально. Дельта Ганга и несовершенстве. Можешь поставить, можешь поставить. Я буду собственную. Все, ебало, закрылись, сидим, сидим, спорим. Иной путь. Микрофон не главное. Главное нет, это сейчас. Сейчас я посмотрю. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу поменять. Я спаси эту девочку. Для нашего господина. Стойте. Нет. Ничего невозможного! Вы посылаете андроида? Я стиральная машина. Что вы делаете? Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить... О, пошли, блядь, за ней ближе. Обратно шли, таких высот, о которых вы не в силах даже... Вы не слышите, она уехала, а чья бы ее приоритет. Ребята, если кому-то не нравится звук, всегда можете посмотреть летсплей на ютубе, потому что мне поебать. Так, где моя рыба? Слайм, да. Я вообще музыка громкая, блядь. Я сейчас с ума сойду. Запомнился череп. Меня на фоне этого... Рыбка тебе умер, 10% кушаем, прибавка на всех.
кому обращаюсь, сейчас плюс рейд. Так, сначала группы, что будут чистить трэш. С левой стороны у нас будет стоять Вита, я, Слеза, Скай, и напуливать будет наш Рога Кью Хейл. Люсики, пожалуйста, откиньте. Рога на пуль веерами сначала, понял? Ты напуливаешь по Вита Андолини. Это метка квадрат. Бля, там реально настолько хуёвый микрофон, типа, я вам не верю. Не может быть такого, что там пиздец, типа, ужасно. С правой стороны у нас будет стоять... Я сейчас сколько раз с ним стримил, всем всё Слэм, Пуфурик, Тузера, Энг стопнул кук. Замечательный микрофон, хули вы пиздите вообще, блядь. Нормальный микрофон, блядь. Ты, все с такими микрофонами сидели, никто не жаловался. Ебать, вы чё нахуй, вообще что ли? По Слэму метка печи. Вы чё, блядь, в шелках родились, что ли? Нихуя себе, блядь. Охуенный микрофон вообще. С правой стороны Слэм, Укурик, Узера и Стоп Волков. Представь, что у меня 0 рублей. Рога, Садх, ты напуливаешь по печеньке. С правой стороны. Это важно. Да. Рога QHL с левой по Витандолине, метка квадрат. Все остальные просто бит боссы. Когда босс отагривается, кикаем косты, утечушка, ты нас кидаешь смерть. Хесус, дай компьютер нормальный, заебало, блядь, лагает все, пиздец, заебал, блядь. Блядь, что за хуйня с компом, блядь? У меня компьютер нормальный, ебаный, блядь. Пиздец, блядь. Остальное я когда скачивал это Detroit Become Human, ну, с другого сайта. Все было нормально. Сейчас скачал в Steam, все лагает. Заебало, блядь. Хуля, опять 30 кадров, блядь. Заебал, блядь. Все, готовы, да ебра. Алло. Роги, пожалуйста, на пульте, это важно. Слэм, на первых мобах раздай свой, пожалуйста. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет так, вашей надо съесть могилой. Ребенка. Нажимаешь выслан. Мобов сразу убить, как убить мобов, можете поиграть на босса. Мой верный слуга. А что, подсказок нет у меня? Из мужа сразу выходим. Абсолютно все касается. Я пока не могу принять. Ты не в силах. Капеллазы сразу смешивает. Это заклинание еще не готово. Нужно подождать. Дэджик за мной собирать, пожалуйста, это легко вместо того, чтобы нормально вас меня завела какого-то. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу применить это заклинание. Ага, ребенок слышал русский рэп. Так, направо и налево разобьюсь, почисть трэш. Понятно, ребенок слышал русский рэп. Ставь знак руки. Напиши инфа, что были быстрее. Босс будет танчить после этого вид Андолини первый. Паски засмерчевать. Из лужи вышли РГ. Мог по центру залить, пожалуйста. Обычно босс выйдет. Босс выйдет, можно ехать. Погибший Джон Филлипп. Благодаря на его смерти сейчас заслуживает. Ебать, сейчас босс это было просто невозможно. Довольно! Пришла пора взять все в свои родители. Сейчас это полита, это может быть каждая четвертая пати. Веру. Все, ребята, констатируем смерть, он умер. Так, еще один. Передал. Полевое ранение. Все, пожалуйста, реконструировать. Из лужи сразу выходит. Короче, он лежит такой... Такой... Хуяк! Оба! Шо, кто, блин? Не прыгай. Это заклинание еще не готово. Отец держал что-то в руках. Это типа... еще не готово. Я мне решил, что мне кажется, он просто сделал. Я забираю тебя это. На пул под отпогу теперь. Оба! Даже пул под просто варочка. И сальтуха. Хуяк, блядь! Оо, понятно. Дайте по норме, сами. Норме третья пати маг. Вот так и дари отцу что-либо, пьяный сука. По ровцу тоже самое нужно. Вот ровцу третья пати маг. Из лучше сразу вышли. Понятно, короче, он умер, констатирует себя. Противиться моей воле! Это заклинание еще не готово. Он смотрел форму. Забирай. А, нет, а, да, видишь? Я пока не могу. Понятно, хотел женщин. Ну вот теперь лежит. Вот так вот, ребята. Иметь друзей на... Руки сразу вышли. Блядь, ебать! Бою. Да похуй. Да, блядь, иди нахуй. Ага.
Ага, полис форка. Мне нужна мана. Это не. Я пока не могу тебя заклинать. Ты не в силах. Ну там моментально было. Это заклинание еще не готово. Пороховой свет, ага. Это заклинание еще не готово. То есть он такой лежит, даже. Ола! Подкидывает каску, надевает ее. Потом стреляет из пальца. Это уворачивается от выстрела из пальца. А, видишь, он бежал. Что-то. Это заклинание еще не готово. А-а-а, так его шотнули, блядь. Заложница стала свидетелем перестрелки. Полицейский выстрелил в девианта. Понятно. Короче, виноватых нет. Победила дружба. Бенчик, а, декан на тебе, слышишь? Вест, все взяли на чай? Красиво. Ребята, сверху, да. Ну, знаешь, что не взял, топы немножко не берем. Да иди нахуй, блядь! Пехота усмирителя! Занять позицию! Ага! А, пошли! Опа! Ага! Вот, пожалуйста, блядь! Кто-то открывал кейсы в CSGO, ему выпал блок, и у него сгорело жопа. А, нет, Blackcraft. Ага, патроны. Значит так, реконструируем ситуацию. Я пока не могу применить. Короче, сидит, короче, значит, кофе, не барбанит. Такие, что же нам выпадет? Опа! А там будет Ася. Потом они будут. Ага, дроид взял кейс. Девян взял пистолет отца семьи. Это заклинание еще не дошло. У него пистолет. Бля, я так встал, блядь. Ладно, все, пойдем, давай. Все, пока. Я пока не могу. У вас офицер. Дороги, я разберу. Опа, стоять! Ага! Девка выпила, значит. Значит так, девочка выпила Power Razor. Пистолета нет. Не
вижу, блядь, что там написано справа. Что там, блядь, написано, нихуя не видно. Что, блядь, я сказал? Блядь, что я сказал? Там не видно нихуя, блядь. Блядь! Тихо. Сейчас, Даниэль, секунду. Ты прилетаешь на корабле? Да. Какая разница? Я наложу ему турникет. Не надо! Тронешь ли я тебя убью? Это заклинание еще. Я помогу ему! Это заклинание еще не готово. Только не убивай меня, пожалуйста. Сначала нужно... О! Нормально. Так, дружочек, короче, смотри. Эмма и ты. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! Нет, она хорошая так, девочка. Кто метит в пушках первые 4 плюса в чат? Она сама врала. Она такая же, как все люди. Не стреляй! Q-Hell, Bad и 100 плюволков. Сэквайт не сил, поэтому снизим. На другую модель. И ты оскорблен, да? Все остальные ранцы взяли, он NPC. Я не бегу. Допустим. Нет, мужик! Которую можно выбросить, как кто-то ест! Кто-то ест? Шкаф, поставь, пожалуйста, вот там с человек прицел. Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Давай, да, иди нахуй отсюда! Ебал! Сейчас он в здание влетит, блядь! Просто, блядь! Вот! Я вот, пожалуйста. Доверься мне. Ты должен мне довериться. Отпусти. Ранцы взяли у черепа. Через 10 секунд пускай. Все будет хорошо. Давай, терпи на всякий случай. Я тебе обещаю. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Как компромисс, дружок? Это невозможно, да не. Отпусти ребенка. Если готовы, я ему врать не буду. Первый летит танк, остальное после танка летит рейд. Я дам команду, поэтому просто слушайте меня. Ты не умрешь, дружок. Слэм, ты у нас остаешься тут. Первый страж. Я клянусь, я тебе обещаю. Ладно. Лагает, блядь! Корфрон, взлетаем! Хуя ты, блядь, завис, нахуй! Алло! Что за хуйня, блядь? Ты что, ебанат, блядь? Компьютер Хесса, что за хуйня с тобой? Не понял, ху, у меня опять это разрешение что этого ёбская, блядь. Ебанат, что ли, блядь? Что за хуйня? Все, что за бред, хуйня? Что, хуйня, само поменялось? Поверь мне. Все, бай, долбоёб. Метку черепа видели? Рейд, когда я скажу лететь, вы летите из метки черепа. Так, все, я передумал. Я буду играть так, как играет. Под лицо босса никто не заходит, кроме танка. Как Конор я буду играть, как Кэра я буду играть, как Джеки. А как Маркус я буду играть, как крутой. А ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Рейд полетел из черепа. Зафокусить сразу череп. И просто стоите ждать. Босса бить не нужно. Пожалуйста, не пробуйте. Победа! Ты уже играл по такой схеме? Но сегодня я буду играть честно. Ладно, нет, я буду играть так, как я бы сам. Пышка. Все, я буду играть так, как я бы сделал сам. Я бы так и сделал, я бы его застрелил. Я его набрал. Короче, смотри. Я спас человека. Потом я его набрал, заволок в мире, я бы так и сделал. Я считаю, что я буду. Короче, поехали. Сидим на корабле, значит, тоже. Пушки разрядили. Переп сразу зафокусить. Оружейники,
Начало хорошее. Как следующего колдуна убиваем, сразу летим обратно на наш корабль. Вас касается. Питер, прожмите, срочно будем. О, как хорошо играется! Что, блядь, за хуйня? Бля, меня заебало, что за хуйня, блядь, алло! Алло! Пушки разрядили, череп сейчас выходит. Что за хуйня, блядь, что ты лагаешь? Полетели обратно. Бля, меня заебало, это хуйня, что за бред, блядь? Алло, мой рамер! Хули ты лагаешь, ты заебал меня, блядь? Что? Драйт обратно, там есть команда. Что не так с компьютером? Бля, что у меня с компьютером? Ты перестал лагать. Ты что, долбоёб? Витя, давай к нам. Заебал, блядь, что за хуйня? Так, кстати, сплыл Витя сразу обратно. Хули ты, блядь, лагаешь, нахуй? Полагал, перестал. Ты ебал, что ли, вообще нет? Пошла нахуй отсюда. Разрядили, Рейд из черепа полетел. Не слушай его, нихуя, я не умею ничего. Череп сейчас вышел, сразу его запомнил. Она ничего не умеет. По ней видно, она грузчик. Оружейники, огонь! Сколько? 7900. Сколько? Да нахуй нужна, блядь? Мужик, я за 5, я за 5 дам. Оружейники, хота, сержанты, бой! Давай съебем с тобой. Давай, короче, бери футболку. Пушки разрядили, череп сейчас выйдет, сразу его запуксить. Заклинатирщики, сражейники, огонь! Что за выпрыгиваем, Рейд успел не лутать сундук, люди. Никто не трогает сундук. Как ты это делаешь? Адамка 13. Чё? Чё, Вита? Я открою, не переживай. Вот здесь еще раз тут платон берем. Ни хуйня. Фалори, пари. Райан Гослинг. Хесус Абагеда. Семенюк Владимир. Коряков Илья. Корякин Илья. Татьяна Денисовна. Эй, танки плюс крейт, рыбка стоит, кушаем, ребафаемся, кто нырял, эх, вроде не с ним. Директор фотографии, я. Вита. Работяга настройки, Александр Гузлик. Исполнительный продюсер, Дмитрий Ликс. Как хаски? Ты же знаешь, что для себя дыбусь тотемом, да? Get yours today. 3D модельки, Буханджан. Animation lead, строго. Все, хаски, мы с тобой договорились. Рейд, прямо сейчас, как только ребафнулись, выпили, обмазались, вот это вот все. Распределяйтесь, дистанция 12 метров рядом друг с другом должна быть. РДД, это вас касается и хилы. Улица, хилы, давайте фонарей. Вас по меточкам поставлю. Это все, Рейд, дотягивались. Метка череп стоит Белорозе, плюс Рейд. Метка крест хаски. Метка луна Йотунхейм. Метка ха, бомжара! Плюс-минус в этой меточке. Остальные РДДшники 12 метров друг от друга. Прямо сейчас набираете и стоите в этом месте весь бой с боссом. Мы ждем Вита. Деревня Васюки. Автор сценария. Убийся. Пятое ноября 2038 года. Время 9.38. Ты меня загибал уже, блядь! Иди нахуй! Вот нахуя! Я должен каждый раз нажимать escape, блядь, чтобы он не лагал. Ты заебал меня, блядь! Мама! А, нет, ты не так, мама. Так, Витя, пришел?
пизда. Витя цепляет голоса первым, соответственно, все наплыли в начале по квадрату, Гирус пола, все вот это вот. Там ты знаешь, что делать. И первый раз запускаем. Давай, Кир, что там на всякий случай? Давай, тащите от Мазая домой. Я готовый, запускаю. На пулы по квадрату. Давай, давай, давай. Когда Фреш выходит, танк, пожалуйста, ОЕ разливайте. Выдвигайтесь! Герои, будьте на чеку! Дай на андроид. Как киберлайф учит своих андроидов. 12 метров друг от друга экзотика. У нас, кстати, это ждет скоро. Маг, экзотика. Убить дистанцию, положишь рейд. Ой, Райан Гослинг? Так. Первые андроиды были идеальны, говорят. И они сделали из них лохов, для того, чтобы, ну... Мой мальчик погиб у врат гнева. Вот к ВДБМ стоит, чтобы забрать его. Что делаешь? Вот 13. Забрать заказ номер 848, я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы я как... его Дранош. На Орочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я краски Белини в другой матери, стороне. Когда она умирала, а ты воспитываешь ребенка андроида или человека? Один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Так лист лежит там, блядь. И чист. Сегодня я исполню... 10 секунд приготовились, сразу наплыл по квадратику. Бля, такой крутой, блядь. Хотите узнать? Сколь могущественно племя короля меча! А чё вы не поцеловались даже? Это заклинание еще не готово. Это заклинание еще не готово. Что лучше, пожалуйста, разливай. Нет, никакой романтики пока рядом с тобой. Я пока не могу применить это заклинание. Извинитесь, слуги мои. Это заклинание еще не готово. Брать заказ, давай. Get yours ass today. Я пока не могу применить это заклинание. Это заклинание еще не готово. Среди дороги будучи, да? Я пока не могу применить это заклинание. Танки ОЕ, сейчас трэш выйдет. Ну и шо, ты же не поедешь, правильно? Это заклинание еще не готово. Братский фенит. Так чё хватило? Дай. Земля обогрится вашей кровью. Скотина. С дороги! Это заклинание еще не готово. Я пока не могу применить это заклинание. Мазела! Это заклинание еще не готово. Извинитесь, слуги мои. Что надо делать? Когда это нужно? Что надо делать? Когда это нужно? Это заклинание еще не готово. Я? Когда это нужно? Я пока не могу применить это заклинание. Бля, ну Маркус, ты просто хуета, бля. Ты посмотри на него, сразу видно, хуета, бля. Ну сразу видно, что ему вот сейчас нужно умереть. Эта способность еще не готова. Танки ОЕ. Приземлитесь, слуги мои. Это заклинание еще не готово. Посохой, костыки, как это. Да! 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 Это заклинание. Посмотри, можно соблюдать чуть-чуть. Да! Я пока не могу привязать это заклинание. Да, я прям сейчас тебя скажу. Это заклинание еще не готово. Приженитесь! Да! Сказано, писание.
Я пока не могу применить это заклинание. Это заклинание еще не готово. Да! Это заклинание еще не готово. Да! Да! Я пока не могу это сделать. Потому что он красный. Это заклинание еще не готово. Так, 2021, Ракен, Таргет, ясно. Все фильмы. Это заклинание еще не готово. А где Горько новое? А, блядь. Так, Беллини Пейнтис, ага. На ИЗО и 2 поставили. Мудак, блядь. Уйдя. Иди нахуй! Я пока не могу применить это заклинание. Здорово. Вот сука, блядь. Хуйню продал, блядь. Я пока не могу. Брать. Сейчас вернусь, блядь. Автобус, блядь. Я тоже хочу. Ебать. О, бомж просит доллар. Привет, бомж. А у меня нихуя нет. Зато у меня есть краски, смотри. Хочешь, нарисую тебе? Денечка, я дам тебе пошлю. Уже есть воля, как мне надо забрать. Пошла нахуй. Привет, Мухлюк. Так. Ребята, что у вас тут сходка, блядь? Помните о чести, герои. Какой бы жестокий. О, сейчас я им кайфом ломаю. За ручку иду, смотри. Паладин, пробейте. Блять, сука, просто. Не получилось. Обгоняй их. Обгоняй их. Оп, блять, нет, не получается. Знаете, многие люди так делают, они идут специально между, чтобы... О, шо, все, да, блять, стерпели. Вот, все, блять, правильно, расщепились и пошли дальше. Да, печеньки у нас умрут. А шо сами, блять? Дроны летают. Вот это да. Телепорт работает. А где автобус? Я чувствую, как король Лич. На верхней расстегнемся. Были придуманы, чтобы служить нам. Чего, блядь? Не заменяй нас. Слышь, нахуй, с таким базаром, блядь. 35. Че, все, да заткнулся, да? Далеко собрался, жестянка. Глядите, вот к нам и жестяночка, пожалуй. Ой, сейчас опять меня пиздить будут, бля. Блять. Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а по... Я тебя даже не знаю, заткнись нахуй. Давай, подъем! Сейчас я ему вмажу, блядь. Подъем нас будут ролить, если не упадут топ-5/6 депса. Плюс-минус, посмотрим, если они вообще упадут. Давай, блядь, вставай, сейчас я ему въебу, блядь, нет, джеб левый. Давай, 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 сейчас я ему въебу, блядь. Ты отсюда не уйдешь. Мы тебе сейчас подвезем. Да хрест никуда не бежит. А меня тебе может въебать, нет? Танки, чё стоим? Всё. Не стесняемся. Ебать вам повезло, мужики. Это заклинание ещё не готово. А пока не стоит, идите, пожалуйста. Я пока не могу применить это заклинание. Отдай ты. Сейчас я мент ему, дай ему ебало, разбавлю. Такой массок. Это заклинание ещё не готово. Давай, блядь,
Бля, повезло им, давно тут сейчас бы. Бля, ребят, вам как же вам повезло, бля, реально. Еще 5 минут, блядь, и я бы тебе ебало бы сделал нахуй. Иди сюда, блядь, слышь. Я тебе сейчас ебало раскрашу краску, блядь. Иди сюда, блядь, слышь, стекло. Стекло, блядь. Мать твоя, шлюха. Пошли нахуй. Если я еще сервис, пока ты не стрелишь. О, эй, girl! Иди сюда! По делу! Говорите, куда след ходите. Блядь, загибало, блядь, ебаная! Блядь! Что ты, блядь, лагаешь-то? Сколько можно, блядь, ну хули ты лагаешь? Блять, вот что не так с... Вот что, блядь, с компом? Вот что? Что, блядь, не так с ним? Хули он лагает? Кто мне объяснит, блядь? Писал? Чуть не видел. Вот, блядь, что нахуй? У меня так все на среднем уже, заебало, блядь. Компьютер хуета, подожди, блядь. Сейчас, блядь. Заебало уже, нахуй, пиздец, сколько можно, блядь? Ебать. Андроиды, блядь. Все, сейчас пойдет, ребята, сейчас. Сейчас лагать ничего не будет. Вот, пожалуйста. Hello. Видите, как синего, кстати. Отличка видит. О, понятно, опять в метро. Не, я не поеду. Я не поеду, я сейчас еду. Бутер, я дальше. Панки, что за хуйня? Нормально ехать нельзя было, нет? Вы убили вонючку! Сейчас получите! Дайте рыбовчик, пожалуйста, ворочку. Я не пойду, не знаю. Роги, раздепуйте, сленг это все. Ругай, не любим.
Ребил норм форм там. Ой, ебать, что ты делаешь? Батя, а еще что делать нахуй? До свидания. Куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Бля, я не хочу убираться нахуй. Я помню эту хуйню, это симулятор уборки, блядь. Блять, я не хочу убираться. Все, иди нахуй, я хочу до свидания. Меня пацаны ждут. Так, я там просрочил кусочки по кредитам. Ебать, $500 мы должны, пиздец. Так, ну давай уберем. Танки, пожалуйста, please create. Тарелки сюда грязные, вино. Подожди, у него два бокала до вина. С кем он вино пил, мне интересно? С кем он пил вино? Видимо, нашел себе жену, блин. Невеста. Денчик сказал, зерканем под Геру, кто это такой, чтобы с ним спорить, правильно? Поэтому выносить ничего не будем. Я просто работаю. Танки, если скажу, нужно будет сывы нажать. Вряд ли это говорите, но на всякий случай имейте в виду. Он мне сейчас пиздит за то, что деньги въебываю просто так нахуй. Горче. О, поехали. Рейд, просто дистанцию 8 метров друг от друга наберите, чтобы было, и бейте спокойно. Чё, сломку? Кто там? Ёб твою мать. Слишком далеко. Давай, тарелки моем. Нормальная игра. Хули тебе надо? А почему я получил респект от Ализы за то, что я мою тарелки? Что за хуйня? Сбегаться никуда не надо. Без этого. А чё он Денчика-то не слышал? Довольно, блядь! Да, вот это работа. Не хочу ему подсказывать, пускай сам. Well. А, ну правильно, ты видишь, он тут занял всё дело. А то в два окна на том КД, блядь, пизду я было тяжко. Денчик, ты лучше. Да я, брат, начал клетать. Держи, держи пивко. Там чел в Долоране все еще. Стоп, стоп, обратный отчет, стоп, обратный отчет. Не пуляй, танки, стоп, обратный отчет. Успокойся, Денчик. Не прилетает это. Асока, давай без этого, пожалуйста. Три раза смотри. Вот теперь даю обратный отчет. РДД, пожалуйста, 8 метров дистанции. Можно 9, разрешаю. Ничего выносить не надо, мантись. А 10? 10 можно. На публику, пожалуйста, повита сразу. Что еще убрать? Геру. Так много всего убирали, все этому не были? Давайте, бензопас показывайте. Не такое уж, но и обычное. О, да минус мне. Хули, блядь, убирай ты мусор, что ты стоишь, блядь? Мертвец! Руковой часовой стоит. Эх, меня пиздец. Я пока не могу. Давай. Это заклинание еще не готово. Сейчас я порядок приведу. Это заклинание еще не готово. Тарелки туда же, похуй, даже быть не буду. Вообще засрать. Так, кто еще? Мы тебя в три хила сейчас, да? Я пока не могу применить. У меня получилось! Давай я уберу. Не, не, стоп, стоп, эти хилы умирают. Хаски, верни хила, пожалуйста, на стоп. Четыре всего. Бля, стоп, хил. Что-то не зерганул, я тут, а? Не помочь. Дайте бабла. Плодин, плодин, плодин. Пакет на улице. Ну шо, он встанет, на срез даст. Не вставайте, стоп. Вот, пожалуйста, блядь. Только вернулся из командировки, уставшая, и теперь, блядь, пакет таскаю. Заебало, блядь. Никакого уважения. Дети не помогают, муж сидит, сука. Дрянь. Это не я, это Денчик сказал. Я не хочу. На Денчик ругайтесь.
вон видно. Масрез есть? Оп, на фуп. Помойку. Оп! Это чтоб я потом не говорил, что мы без вайпа. Вы вынесли мусор. Ой, почёс мужик. Здорово, а ты чё? Ты кто? Перепустали кучу. Ну, бля, можно на пушку? На слабом месте, когда надо. Так, чайки, будут появляться тефтельки над башкой, бомбочки такие оранжевые. Нужно будет выносить по меткам. Примерно какая метка над вашей башкой, в той же метке должны стоять вы. Вот череп, крест и квадрат, увидели? Нужно будет выносить. Я буду орать, конечно, но старайтесь. В эти метки нужно сбегаться абсолютно всем. Сбежались, метка пропала, ну, тефтелька, и вам нужно сразу разбежаться. Так, слэм, его на заде. All sports. Андроиды силы, не пора ли вы запретить? Что, писал? 903-й матч сезона, андроид Питчер... Нет, он, наверное, просто вылетел, но это не бывает такое. Ага. Ждём. Либо я могу в танк спекнуться. У меня ещё и отец наркоман. Или как его, муж кто он? Надеюсь, меня все услышали. Дистанция 8 метров, споры появились, ну, метки отнесли, сбежались, споры пропали, разбежались. И всё. Я почему-то, мне интересно все убрать, а не прибраться. Смотрите, какая метка над вашей башкой, так стоит. С чего ты делаешь? Нас утыкните, пожалуйста. Кушай рыбку, рыбахнемся. Да, я еще ни разу не ходил, кстати. О, ебать, белье засушилось. А кто складывать-то будет? Бля, пиздец, у тебя такой хуй. У тебя, блядь, свой дом, нахуй. И ты, блядь, в нем не убираешься. Тебе смотри, ему так же. Как белье собрать? Блядь, да я, брат, на счет приготовились. Да бля, куда ты идешь? С тефтелями внимательно, пожалуйста. Блять! Блять, это ж корзинка из этого, за шана. Давай, чё. Это заклинание. Давайте Геру что-нибудь. Полотенце. Опа. Не такое уж оно и обычное. Приготовились. Чё надо? Это заклинание ещё. Черная слеза, в мини-зоне, стоп пилоков, череп, хоп, крест. Давай с тобой поиграем. Разбежались. Сразу разбежались, как сам смотрели. Люди в метке, нужно сбегаться, даже если над вами ее нету, вам нужно сбегаться. Ближе с Алисой у меня. Я сейчас сдохнуть буду. Ей вообще... Я пока не могу. Ну так еще там стоит в клубе, блядь. Бита под следующий спорный день. Да вы дайте. Стали получить ушки пятой пати. А с вами стирать белье, если оно висело. Готовились. Что-то бред. Лучше сбегаться. Я, кстати, вообще здесь не был, когда я просто смотрел, вообще не видел такой локации. Пепелац, экзотика, фури-фури в мире. Пепелац, экзотика, разошлись. Давай постираем же. Давай. Разбежались. Блюк! А, блюк. Опа, ебать, пакет с наркотой. Вот тебе, пожалуйста. Давай, сразу его. Красный лед, ацетон, литий, тириниум, атириум, тугол, сигнатик. Приготовились. Спасибо. Ой, блядь! Розер, хоп. Я убираться. Да. Сбежались. Я убираюсь вот так вот. Бля, это было быстро занюхать и все. Приготовились сейвы, давайте. Слэм, приготовь шивы. Да. Сдали сейвы, массакры шивы. Все сейвы, что есть. Добиваем. Все, пошла, Слэм, было сплэш. Давайте, все задания выполнили, смотри. Давайте, все задания сделал. Хорошо начали. Я сейчас полицию вызову.
Робби сразу роли, потому что у меня персональная. И две в одни руки ролить. Если квеста нету, я отдаю следующему по ролу. Молодец. Бля, я заебался убираться, нахуй. Газа. А можно я пойду чувствую. Этот? Я уже все убрал. Можно я пойду тусить жестко? Фига себе на эльха, какая штучка. Наверное. Мне надоело убираться. Опа, журнальчик. All sports. А я его читал уже же. Витя, вот да, такой час настал. Ты рад? Так. Охуительно. Диски твои ебаные. Ясно, рэпер. Слушает рэп. Кровь это для швы. Все, кто слушает рэп, мы с ними не разговариваем. Опа. Антидепрессанты. Ага, блять. Ну понятно, нормально. Опа! Пистолет. Я пока не могу применить это заклинание. Я предлагаю просто спуститься, сразу в него стрельнуть, чтобы, ну, от греха подальше, мало ли. Чтобы, скажем так, ну, чтобы проблем не было, сразу убить, чтобы не сберёться. Так, кровать мы заправили. Так, слэм. Дружище, кого не стыдно? Да бутылки, блядь. Рейд, просто стоите под жопой босса, никуда бегать не надо. Танк под лицом, все как обычно. Крутить его не будем. Рыбка стоит, кушать кому надо. Так, все, да? Когда скажу, нужно будет разбежаться, хотя вряд ли я это скажу, потому что депс у нас. О, гитара, ебать. Более чем достаточно. Но мало ли. Готовьтесь разбегаться, если что. Так. Че, еще щита, что ли? Арчей начинаем. Так. Парковый, что такое? Че такое? Да ё, брат, на чё-то приготовились. Что это, блядь? А, стой, кто-то... Я нихуя не увидел, нахуй! Блядь! Манди, ты далеко. Хули ты сказала бы хотя бы, ёбаный в рот, блядь. Хули ты молчала? Давай, блядь. Он чё, славный. Детройт, Крипс, Сан Шаркс. Полагай еще. Нахуй футбол. Блять. С вами все. На базе. Готов. Да блять! Стэм. Все. Даю обратный счет. А бывает. Ничего диспейли тут не нужно, если куда установить его. Сколько, блядь? Бля, Саман, под босса встань, ты типа первый раз ЦЛК или чё? Блять.
Хотя дай себе после решил близко. Что бы было. Есть и отличные новости. Он оставил так море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Сейчас я открою, посмотрю. Нет. Зачем тебе надо цитра? Да, короче, по фактам давай сразу. Зелен, пока ты станешь поэтом. Так. Меня зовут Кэра. Почему такое? Бля, молчишь. Ты притихла. Ты меня не боишься. Не прав, мы скорее всего не пойдем. Смотрим. Смотрим, как денчик скажешь. Как карта лежит. Мне это важно. Я просто робот, я запрограммировал. Куда ты бежишь? Ой, батя, разблокировал какой-то путь. Так, ну-ка. Только я про маму не успел спросить, но в целом мне похуй. Ага. Сейчас я у неё... Блять! Загибала нахуй! Сейчас я у неё здесь буду. Да блять! Какое красивое. Так и будем смотреть, ебало, стоять. Блядь. Сука, ебала, блять! Что он бежит? Какой слэм тут? Сейчас я, блядь, всё посмотрю. Yeah. Так. Yeah. Танк хильт. Yeah. Кай советников, верни. Перки не трогайте, пожалуйста. Вот это она своим отцом он её бьёт. Не, мы разведём просто, типа, буду стрелять. Сейчас снова у паладина свои, у паладина нужны. И чё, сейчас я его пристрелю, сейчас не пойду. Где этот твой сон? Сразу можно. Я тебя разберу. Слышь, ты кто такой нахуй, чтобы Алиса обижала? А! Где этот мудак? Здравствуйте, сон. Да!
спектр старт. Да бэт пускай спектр. Вот так, ребята, все, теперь... А хотя... Весовый как раз. А, нет. Не, пускай бэт спектрится и как раз он будет ШВ и не зыбка и медвежа. Что это делал? Пылесос? Такая по черепу может пахнуть фир. Ты кому можете дать эти? Это дата, когда мой комп... Через череп играть? А, ты просто 4. Да я нам хватит вообще. Так, не адепсин, так. Вот и я, блин. Ну, иди, я не могу, что ли, убраться? По тактику фир срочно. Йо! О, ля, блядь, живет, смотри, в пентхаусе, блядь. Гонщик лайт на трэш. Блядь, даже дверь автоматически, сука, хуесос. Все, теперь это будет. Ну кто-то нахуя-то, блядь, еще одну пачку спулил. Ложитесь, не вставайте. Это мои краски, мне похуй. Краски встань, дай мне срез. Чтоб ты еще, блядь, не сдать. Да там бежит. Беги, птица, ты свободна. Иди сюда, блядь. А, это робот! Птица-убийство. Убийца. Рыбу сзади поставил. Это заклинание еще не готово. Победа. Все, птички живые, видишь? Запрыгали. Слишком ничего далеко. Святого и живого не осталось в этом мире. Одни роботы, блядь. Ладно. Вот, пожалуйста, мое пальто. Так, что теперь? Заботиться о Карле. Это я помню, да. Был такой мужик у нас, Карл. О, ебать, турники! Это заклинание еще не готово. Шкаф машина сам. Два. Атлета. Ти, блядь! Увидел аж этого оленя, чихнул. Нормально, пойдет. Ти, да заебало нахуй, блядь, болезнь ебаная! Я пока не могу. Прости, чё ты, заебался болезнь. Ебаная болезнь. Давай, Бристо, шаг в череп. Да давай справа мобов гуляйте, скай по кресту фир, Коршунская по черепу фир, да, по черепу фир. Так, поднять наверх, разгрузить там. Играйте через череп. Кого накиньте? Добиваем бэт, спекайся. Наши силы едины. Ебать, а я не знал, что сюда можно пробраться, пока ты Карла не разбудил. И уничтожьте наших врагов. Пока уберемся, пока его нет. Я профессиональный там. Он успевал кому-нибудь догонять. А я шестерка или так? Я с... Да, но тебе киллисеты надо все равно отвести в сторону. Ну вот я и тебя.
У меня же сейф на всю комнату работает. Да, у тебя все равно, у Слэма есть сейф, и у Вита есть сейф. И сейф надо нажимать будет только под вихрь. Сначала Вита нажмет на первый вихрь, на второй вихрь нажмет Слэм. Оп-оп, сложился сразу, убрал. Чтоб Карл пришел и охуел. Ебать, у меня хороший робот. Анлюски, Ренаруми, Эксферри, вниз идите. Скай, Даш, Пунаруми, Боб. Сразу как мы присумоним его, ну как пульнем. Крашунская по тутушке. Я помню, он не может передвигаться, я все, как-то шмотки разбросал, какие-то хуй вообще. Как, блядь? Так. Бэ, ты забираешь килисет на себя и верой, правдой и неправдой пытаешься как-то его вот до звезды дотащить, я хрен его знает, получится или нет. Можешь мастаунт нажать. Остальные стоим душим просто в Волонара и все. Рога, ты что делаешь? Рога, ты уходи, иди к нам. А, блять, опять! Тебе сразу я напуливать понял. Надо. Я понял. Значит, Куичел, ты напуливаешь Волонара по Вита. Талдорама Садч напуливаешь по Слэму. Где ходить, ебать? Ой, так, Сумона есть, даю отчет. Сейчас я подам Карлу завтрак. Был досадным недоразумением. Ну и чё вы там, блядь, стоите? Ой, блядь. Карл! Вита, жми. Блять, заебало! Прольется кровь! Я пока не могу применить это заклинание. И прольется кровь! Смотрите в зеркало. Ну, звезду босса поставьте. Моя чаша полна! Карл! Слэм сейф. Давай! Алло, блядь, Коля, спишь, блядь. Это заклинание еще не готово. Моя чаша полна. Насладитесь болью. Слишком далеко. А! И доброе утро, прольется кровь. Доброе утро, Карл. 10 утра. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Темная сфера сделала меня неуязвимым. Да им курим, келесет никто не бьет. Подбивайте кинетические бомбы и выбегайте от пружин. Хилы медведи, главное, не потеряйте. Волонар активен 5 секунд, приготовились. Сила сферы позволит Волонару насладитесь болью. Моя чаша полна. Прольется кровь. Вита, нажми. Насладитесь болью. Где? Это заклинание еще не готово. О, где? И прольется.
Трепещите перед Талдорамом, сэр! Отпустите меня! Ибо сила сферы питает меня. Насладитесь болью. Я сейчас в окно выкину. И прольется кровь. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу применить это заклинание. Прольется кровь. И тут... Нет, это была жесть. Смотри, как красиво. В окно его нахуй! Присаживайтесь. Чё, погнали! Нужно подойти поближе. Перспектива. 4 приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Обнажите клинки, соратники! Прайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Письма от почитателей. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. От Леушки, слушай. Довольно пустой болтовни! Нет, прибыли да. Наши герои! С их хотите помощью мы пробьемся через зал! Нужно этого. Нужно, нужно, сейчас я раскручу. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался куда предателем. Где? На валику. А, это встречай свою вторую смерть. Да. Я пока не могу. Приведите их сюда, и мы вам поможем. Сейчас его качает, я сразу за ним обну. Чемпионом! Давай, дед, поехали, заебал. Череп, череп, дед. После черепа крестик. Ребят, все круга обстоятельно. Что доказывает? Сейчас его чип в спину. Если даст, давай. Ой! А он сам не может ехать? Или я вот это?
соли сейчас какой-то. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебра. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении смерти. Да, ну, не знаю, что. Я пока не могу применить. Тоже будешь? Бля, мужик, я хуёво играю. Вот это. Вот это. Я, блядь, не успел не подождать, блядь. Куда тебя, долбоёб? Всё, выебали, я тебя подкрою. Это заклинание ещё не готово. Это заклинание ещё не готово. Вообще говорит нахуй, обычно он же типа как-то это обосновывает, а сейчас он ебал в шахту и начал уебываться, типа. Бля, останется день, типа. Че ты, блядь, пиздишь, я тебя выиграл. Что у меня посетить? Дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Бля, можно я на пианино сыграю хотя бы немножечко? И, кстати, я увидел, что ты сам можешь передвигаться на этой коляске, потому что ты как-то ко мне подъехал, поэтому сам теперь сел. Блять, я хочу на пианино сыграть, можно? Блять, ёбаные шахматы! Дайте либо в прыгну, если бы в лапку надо. Блять! Первой и второй пассе вы цепляете бьетем боф слева. Слэм ты, соответственно, тоже там. Третья, четвертая пассе вы справа. У тетюшка и как-нибудь по центру стой. Куда идти-то, блядь? Здесь все меня услышали. Еще раз, первая, вторая пати слева, третья, четвертая пати справа. Череп — это приоритет по заливу. Как летать, кто у нас будет? Хаски, согревай КВД. А, просто типа? Денчик, ты постоишь? Да-да. Заходите, начни Денчик. Не заходите, все еды обратно счет. Хаски. Хаски. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. 300 баф нет. У меня микро такое, что так и было, правильно? Ты его не дергай. Просто он близко был. Дай чехол. Давай. О, размазня. Дай брать на счет. АФК, пожалуйста, не стойте, не последний пуст, давайте быстро убьем, разровняем, разобьемся. Паски, ты и Сэквай. Чужаки ворвались во внутренние покои. Или через Денчика. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Должны мне помочь. Волдырный справа. Через. На коляске. Залечите мои раны. Ребят, метро у меня такое же. Волдырный. Заклинание еще не готово. Ну, ухо нарисовал, все, спать. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Вот, началось. Это заклинание пожалуй, почему я должен, блядь, выйти в нее жрот, что это за хуйня вообще? Опять, блядь, наебало меня уже так, уже с компьютером, блядь! Хер, включи мне поп! Это заклинание еще не готово. Что, блядь, что не так опять?
ебало нахуй. У меня нет мнения. Череп залетел сразу. Обидно справа. Ой, блядь, слишком я далеко. Я футболист, я же не Это заклинание еще не готово. Это заклинание еще не готово. Все, что хочу. Ты что, первый проносишь, что я слежу? Я пока не могу применить это заклинание. Это заклинание еще не могу. Я пока не могу применить это заклинание. Справа был дырный метка череп. О, вот это я умею, давай. Там вы найдете спасение. Чисто подсмотрел, спиздил, что ко мне. Другого я не могу. Да, блядь. Оп, оп, вот цветами радуги. Оп, я меня начал. Билет слева. Все. Это заклинание еще не готово. Мы справа на череп. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу применить это заклинание. О, Карл, смотри, Карл! Блять, все равно не слышно будет. Ну ладно, Карл, это тебе. Можно вернуть справа. Меня обратно не включил. Эта способность еще не готова. Карл, я не могу. Найдете спасение, герой. Айфоны лучше. Сейчас буду рисовать сам. Андроид. Когда у тебя Андроид, ты надеешься, что... Ехай, бля! Что там так? Redmi 9 Pro новый. Слева в клет. Я по череп сюда буду снимать. Samsung Galaxy S2. Это заклинание еще не готово. Google Maps. Это заклинание еще не готово. Я... Карты. Я думаю, у вас следующий квартал взаем. Очистить память, очистить. Да нет, чушь. Люди... Там вы найдете спасение, герой. Huawei! Это? Вот он. Ну что ж, Паски, знаешь, что? Ну и хуй рга, блять. Пожалуйста, вот. Андроид это как цепь на ногу. Вот, здорово, Мориарти. Нужно подойти поближе. Это заклинание еще не готово. Ты можешь так? Да, наверное. Давай, давай, давай. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Сначала нужно выбрать цель. Гимны, нажмите, прости. Кресты и гимны хп. Я излечилась. И зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Сейчас, Кулк. Давай. Извини. Ясно, наркоман. Нет. Нет. Ты знаешь причину. Чай тебе. Ну, наконец-то. Он тебе везет. Гарайся, даже плащ купал.
Кукутя. Слышь! Я 36. Чем он лучше меня? 35 изменить. Миллионер, плейбой, филантроп, красивый. 2 метра ростом, хуй 18 метров. Поздно. Картину нарисовал художник я. А! Я на своей мыши пойду. Да. Давайте начнем аук. Старт от нуля. Желающие что-то купить, пишите в рейд-чат, что хотите, и свою ставку. Слышь! Плащ 15 тысяч. Тебе плевать на всех. Более 20 тысяч. Дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Ты нахуй. Никогда не любил. Вот так, ребят, видите, он стерпел. Как ты представляешь письку андроида? Я не представляю письку андроида. Все, пожалуйста, Лео стерпел. А я мужчина. Я мужчина красивый, Орехус. Победа. Да, целка вы не валить, чего. Был мой кэс. Вот так, ребята. Так. Пожалуйста, так художник. Сейчас подумаем. Я опять не все прошел, блядь. Лео пришел требовать денег, понятно. А Лео не думал о том, что у меня денег у моего, блядь. У меня вообще их нет. Было бы такое думал, нет. Я вообще от родины нет денег. Мировая статистика. Так. Никто не рисует андроидов, потому что, ну, понятно, у всех нет денег на айфоны. Ха-ха-ха, бля! Так, никто не копировал картину, понятно. Это у вас на все хорошо? Все долбоёбы, а, то есть шахматы никто не играет, я тебе бы не был, понятно. Такс. То есть обычно все хотят ничью. Но это полная хуйня, потому что надо побеждать. По жизни нужно быть победителем. Ты либо победитель, либо лох. Победа. Детройт рулес. Барджими. О! 130 тысяч, Тузера, 9, 8, 7, 6, поехали. 5, my life, my 4, 3, 2, hello. 1, протона, трейд. Кто заказывал сексуального парня? Почта, наверное, просит. Вряд ли у него с собой она. Есть почта у кого? Не, какой расход у нас еще выше? Шмот не разрунь. Как просканировать-то, блядь? Разрывайте датчик. Блядь. С каких пор сюда андроидов пускают? Заткнись. Ага. Блинчика дай мне. Дарик Байерс. Судимости нет, охранник. Тю, ты еще пиздишь, иди нахуй. И голду скинули? Да. Так, Джимми... Ага, какой? 2001 года. Бля, чат, это ваш ровесник, нахуй. Частный предприниматель. Да, лох какой-то. Так, а это кто? Кто там? Бэт 79. Кристофер Грей. Слава, что хочешь. Сведение судимости. Вождение в нетвердом состоянии. Не. Алкажный. Ага! Поссал! Энхи, надо кому? Ким Йохан, бытовое насилие. Ебать! Водитель экспедитора сейчас он не заработает. Держи его! Куда-нибудь уйти. На дис. Привет. Денис урод. А, урод. Торговля наркотиками. Стой, Марилу, все судимы, что мы напали на них. Ляп. Крис Робертс. А, вот он без судимости. Ну куда-нибудь опередите у меня. Ну, не в курсе. Да отстань ты, блядь. Метас, ничего делать. Маус Моралес. Фурик. Один. Сэмюэл МакКрей. Портовый рабочий. Понятно, просто играет. Так. Фит. Хиловский. Уходи, кинь пати назад. Я прощаться буду. Красавец, красавчик вообще, красотуля. Мужчина. Почти. Секвай 90 трейд. Так. Грудак, милик, скинь никого. Ну блин. Ну, распыли. Да шо ж. Нахуй, милик, трейд. Здравствуйте, сэр. Ножки. Лейтенант Хэнк Андерсон. Вита. В соединении осудимости нету. Блять! У меня тоже. Черная слеза. Иди нахуй!
плечо, мультик на тебе. Давай заканчивай лагать, блядь. Все, ура. Ебало, блядь. Лейтенант Дандерс. Хай! Мое имя Кон. Друга. Андроид, прислан из Киберлайн. Это я! Что на третий, пожалуйста, а черный сюда? Знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти... Че я миликовская? Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайн. Это я. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая... Рога, но я тебе не отдам слово. Ха-ха-ха! Заряд рейд. Блять! Ой-ой-ой-ой! Я понимаю! Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но я... Мне тут вполне комфортно. Я твой комфорт, дружок. Вчера. Не отправил. Скары все украл. Отсюда все украл. Я убежу вас. Ну, потакаем. Третий. Дыму талисман. Ведь так будет проще нам обоим. А ты где стоишь? А я вот прыгаю к тебе. Это я, ребята. Ладно, прыгаю, видите, стою, жизнь провела. Бомба ты. ФДК. Надо как... А я куплю тебе напиток сейчас. Знаете что? Хороший крич, кстати, видите. Я подлизаю. Прям вообще прям топ. Повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса. Не слышит. Скажи на РТС. Вот так вот. Рога. Писал? Не писал. Что, будешь меня слушать теперь? Слушай, Сатар, ты будешь кто? У нас тоже мутик, поэтому игры таким хайл. Убийство, говоришь? Так. Да! Запы. Вот так вот, ребята, я с алкашами как со своими. Не знаю, куда они заберите. В смысле, блядь. Надо комп новый собрать, а то меня раздражает эта хуйня, блядь. Этими лагами ебаными. Юхол трейд. ПС хиловский. Заковай, ты у нас единственный. Хпал, надо тебе. Ага, дом Хесуса. Хорошо, терпеливо. Как скажете, лейтенант. Отстань, блядь, покорми люку. Противоречивые указания для установки приоритета. Ты затерпела, блядь. Скай, тебе надо или нет? Ха-ха, сразу вышел, скай, блядь. Хорошо. Скай трейд. Ебать, дом Хесуса весь разъебанный, жесть. Я ничего не подтверждаю. А что вы сказали? Правая рука. Доступ андроидам сюда воспрещен. Заткнись! Не знаю, это кого? Наверное, хапку-нибудь. Сюда, блядь. Какую часть фразы жди, здесь ты не понял. Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Крит. Здорово, Хэн. Здорово, пузырь. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? У тебя не стоит дальше. Собухи, надо вам. Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Собух. Ребята, комп Хесса. Сейчас я дом Хесса обыщу и разыграю комп Хесса. Так, я сразу в помойку. О, друга, забирай. Да, зай! Что там дальше у меня? Ножки. Сейчас перескину. Чего это мы окна открыли? Имя жертвы... А вот он. Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Зодька 52 трейд. Исти, хиловские. Разрывайте. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там Николь, лежит надо. Кухонный нож. Поставим по 5. Похоже, орудие. Беларусь трит. Следы взлома есть? Пальчик, ритмистерство. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Рукам все окна надо. Заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Хилл трит. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Ага! Одна ручка, руки. Я пойду на воздух. Охуенно поработал, молодец. Так, значит, смотрите. Сатых трейд. Сейчас я буду вам рисовать картину преступления. Если что, позовете меня. Катушка кастеры. Ага, чечевица. Красный лед. Жертва употребляла наркотики. Я что-то забываю разводить, скрыть мне об этом. Там я столько говна в интерес, может что-то затеряться. Подбросили 100%. Под конец.
Ну, вроде все, разрали. Ага, Рудька, 84-3. Закалка, понятно. Рубцы. Чего в следующий раз не будешь сегодня? А, нет, отпечатка пальцев, понятно. Может быть. Я нужен кому-нибудь? Пацанский. Малиновое варенье. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Еще один шлем. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Не, у меня скуроки. Труиды, у меня какая-нибудь. Прикольный так. Так, засохшая кровь, анализ ДНК. Карлос Артис. Трейк. Понятно. Так, значит, я нихуя не понял. Кто убийца из вас? Что он осталось? Вроде кто ничего, убийца-то? Вроде все разрулил. Ага, засохшая кровь. Блять, да что за хуйня, блять? Крис! Иди нахуй отсюда! Кровью жертвы. Ага! Так все. Спасибо за рейд. Приходите еще.